Жизнь человека приходит из бесконечности, и человек уходит в бесконечность. Каждая смерть, как и рождение, является для нас, людей, чудом Божьим. Человек приходит из небытия. Не будучи до этого жив на земле, он приходит, чтобы совершить те дела, которые Господь ему судил в этой жизни. Вот сегодня мне, настоятелю храма, при Третьяковской галерее, приходится исполнять свой пасторский долг. Первое мое послушание – это проводы Юрия Новопредставленного. Не случайно сегодня и встреча почти со всеми сотрудниками галереи происходит. Трудно сказать, как бы мы с вами еще встретились, если бы не эта смерть. Для многих трагичная, для многих неожиданная, и для него самого, конечно, никак он не думал, что вот в этом году уже он будет здесь лежать. Столько было задумано, столько было сделано, столько еще предстояло сделать, но Бог судил иначе. В своем жизненном пути он его возвел на ту степень делания, тот образ, который он мог вместить. Все, что ему нужно было сделать по воле Божией, он исполнил. Трудная работа была, трудное послушание. Много сил, энергии, воли пришлось употребить в наше столь неспокойное время, чтобы та задача преображения нашего величайшего сокровища Третьяковки нашла свое воплощение в его труде. И вот труд практически завершен. Все кончено. Осталось навести несколько штрихов. И в этот момент Господь забирает его, оставляя нам недоумение, как, почему он не закончил свой путь, не закончил то, что уже должно было сделано. Но если мы посмотрим на его жизнь, то увидим, что вся она исполнена глубокого промысла Божьего. Он был призван в трудное время, ему поручено нелегкое послушание, который он с честью пронес в свою жизнь. Это послушание и стоило ему жизни. Но самое важное, что он сделал в последний момент, может быть, ради чего он призван был на землю, он помог открытию храма, который был до тех пор в запустении и забвении. Мы прощаемся с ним в Третьяковской галерее, которая на протяжении последних 10 с лишним лет была основным местом работы Юрия Константиновича. Не просто работы, службы, служения, наверное. И я бы сказала, была его домом. И естественно, что в последний путь мы провожаем его из его дома, из его детище во многом, из его, то, что создано его энергией. Тяжело достался ему этот дом, строительство этого дома. Не ошибусь, если скажу, что никакой другой род занятий, никакая другая работа Королёва не доставили ему столько хлопот, столько общественного непонимания, незаслуженных обид, оскорблений, а иногда и травли. И я думаю, что все это сыграло недобрую роль в преждевременной гибели Юрия Константиновича. Бог им судья. Я хочу сказать, что для нас, третьяковцев, да и для всех музейщиков, наверное, и не только музейщиков, всех россиян, смерть Королёва, а для третьяковцев особенно, это трагическая и невосполнимая утрата, особенно сейчас, когда пройден вместе с ним такой большой путь, когда так много уже сделано, и когда стало отчетливо видны уже горизонты
завершающегося строительства основного здания галереи, очертания новой музейной экспозиции в помещении на Крымском валу. И это трагедия, это катастрофа, что смерть вырвала из наших рядов именно в этот момент, вырвала главного вдохновителя этого огромного, многотрудного дела музейного строительства. Одно утешает, что Юрий Константинович успел сделать все-таки очень много для галереи и для всего музейного дела нашей страны, и не только, наверное, нашей страны. Ему удалось сдвинуть с мертвой точки то, что не удавалось сдвинуть никому из его предшественников. Ведь начать реконструкцию Третьяковской галереи, планы и проекты этой реконструкции, мы знаем, существовали еще с дореволюционной поры. Но сдвинуть это огромное и рискованное во многом в нашей ситуации дело удалось только Королеву. Бесспорно, что удалось это исключительно благодаря его огромной энергии. И если хотите, некоего удивительного идеализма в том смысле, что он мог верить в то, что можно что-то сделать тогда, когда казалось, ничего сделать уже невозможно. И вот благодаря этому, этой энергии, этому идеализму построены и действуют уже два прекрасных здания. Здание депозитария, здание вот этого инженерного выставочного корпуса. И уже близко, совсем близко, вот открытие основного здания галереи. Юрий Константинович, стоило ли в наше сложное время затевать эту реконструкцию старой Третьяковки в Лаврушинском переулке? Ну, я, наверное, могу однозначно сказать, стоило. Стоило. Здесь несколько причин, почему стоило. Во-первых, вот когда 10 лет назад я волею судеб оказался директором Третьяковской галереи, то, должен вам сказать, я потому и согласился стать директором, что я увидел совершенно фантастическое состояние самой галереи. Ну, я уж не говорю о том, что 60% стен были покрыты древесными плитами, потому что под ними был совершенно страшный грибок. Я не говорю о том, что полы прогибались. Ну, например, в зал Иванова, если входило более 100 человек, то наши смотрительницы придерживали людей, чтобы они не входили, потому что пол просто прогибался. Уже если говорить о живописи, о графике, о живописи, о скульптуре, то ведь сейчас уже много-много лет, десятков лет, все музеи имеют четкий совершенно климат. Климат, который разрешает этим вещам жить многие-многие годы. То есть влажность, температура, все это четко определено. И во всех музеях это существовало, кроме Третьяковской галереи. Вот если на улице дождь, то все полотна обвисали. Если на улице появляется, после дождя начинается жара, то они все натягиваются как барабан. Вопрос стоял о том, что нужно спасать галерею или не нужно спасать ее. Третьяковская галерея – это не просто коллекция, это само место. Вот здесь именно место русской культуры. И основа ее, и не сдвигаться отсюда никуда нельзя. Сейчас стоит перед нами очень серьезный вопрос, что будет экспонироваться на Лаврушинском переулке, что будет экспонироваться на Крымской набережной. Все-таки мы с вами, наш зритель, никогда по существу не видел коллекции русского искусства, которое у нас собрано, и коллекции советского искусства, которое у нас собрано. Всегда здесь показывалось не два, не полтора. А ведь на Крымской набережной мы впервые покажем советское искусство. С его взлетами, падениями, с его запретами и наоборот. Тут, в общем, мы впервые... Сложными временами. Сложными временами, сложными художественными поисками, запретами этих поисков. То есть все то, что было, мы впервые сможем показать на Крымской набережной. Вы знаете, я этого жду, я художник, я советский художник. И я этого жду просто как большого праздника. Юрий Константинович Королёв пришел в наш музейный мир 12 лет тому назад. Он пришел в тяжело больной музей, который был на грани разрушения.
не только рушилось здание, но и были свернуты многие виды работы. За 12 лет Юрий Константинович сделал как будто бы невозможное. Особенно если иметь в виду наши условия и те трудности, которые стоят перед любым делом культуры. Он сразу понял, что он должен сделать. Он поставил себе целью возрождения Третьяковской галереи, этого великого музея. Он работал самоотверженно, безотказно, очень честно. Он действительно всего себя отдал на возрождение галереи. И это не только эти замечательные корпуса, депозитарий, инженерный корпус и вот-вот старая Третьяковская галерея, которая войдет в нашу жизнь. Изменилось и все направление работы галереи. Прежде всего, я должна сказать о замечательных выставках. Ведь это крупнейшее явление художественной жизни России последних лет. Выставки, которые организует Третьяковская галерея. Мы уже привыкли почти каждый месяц, каждый квартал получать извещение о том, что открывается все новая и новая выставка. И галерея организует их не только здесь. Она показывает наше отечественное искусство во всем мире. Надо сказать, что вот это благородное дело, скажем, возрождения искусства 20 века российского, ведь в этот процесс галерея вложила и лично Юрий Константинович огромные усилия. Сегодня мы открываем выставку Серова. 125 лет. Очень интересная выставка. Просто прекрасная выставка. Вообще каждый раз мастер, которого давно не видишь, и видишь его в новом помещении, а не в постоянных залах экспозиции, он начинает изучать и читаться как-то совершенно по-новому. Ты очень многое видишь, многое открываешь для себя того, чего ты не видел раньше. И вот для меня, например, для меня произошло то же самое, да, по-моему, для моих товарищей произошло то же самое и сейчас вот с показом той выставки, которую вам предстоит увидеть. Выставка очень интересная. Она говорит о том, что, не знаю, мне кажется, это был счастливый художник. При всей трудности своей жизни и при всей сложности своего характера. Мне хотелось прочитать несколько строк вам, которые написал Коровин в воспоминаниях о Серове. Он написал: «Напрасно думать, что живопись одному дается просто, без труда, а другим трудно. Вся суть в тайне дара, в характеристике и трудоспособности. То, на что обращают внимание сам автор, этому нельзя выучиться. Сальери изучал и фугу, и гармонию, а Гуляка Моцарт и не говорил о том, что он постиг гармонию и всю теорию музыки, и при том имел еще одну небольшую вещь – гениальность». Мы сегодня открываем расширенную экспозицию русской духовной культуры, посвященную 600-летию
со дня кончины преподобного Сергия Радонежского. Ваше святейшество, дамы и господа, мы несказанно благодарим вас всех за то, что вы почтили сегодня это открытие своим присутствием. Прошу вас, ваше святейшество, взять слово. Ваше высокопреосвященство, ваше преосвященство, многоуважаемый Юрий Константинович, дамы и господа, братья и сестры. В эти дни мы совершаем празднование в честь 600-летия со дня представления преподобного Сергия, игумена Радонежского чудотворца. Мы вспоминаем его подвиг, его служение, служение Богу и служение ближним, служение своему народу, служение своему Отечеству. Так получилось в последние годы. Ну, мы были, стали близкими, хотя встречались редко. Дела всегда разводят нас, особенно в этой жизни. Но всегда, когда он приезжал в Петербург, он был у меня дома. Когда я был в Москве, я знаю, что буду дома вечером у Юрия Константиновича. Я всегда говорил ему, что завидую ему. Но завидую не потому, не так, как завидуют некоторые, а вот Королёву, у него все есть. Все дают Третьяковки, и деньги, и все. Я знал и понимал, и все должны понимать, что для того, чтобы не получить, а пробить, выбить, выдрать ценой собственной крови и нервов то, что необходимо для дела, для того, чтобы иметь такое количество друзей, знакомых, и не просто друзей, знакомых, но тех, кто помогает тебе и твоему делу, надо быть просто личностью такого масштаба, каким был, какой личностью был Королёв. В 15 последних лет профессор института имени Сурикова Юрий Константинович воспитывал, отдавал всю свою душу, сердце будущим художникам и не только великой России, но и дальнего, и ближнего зарубежья. Он по всей своей жизни не был равнодушным, потому что равнодушный человек не может творить, созидать, воспитывать, строить, общаться с людьми, любить, ненавидеть. Юрий Константинович жил сегодня, но жил ради будущего, ради завтрашнего дня. И все-таки мы прощаемся крупным художником, крупным мастером, художником широкого диапазона. Это великолепный монументалист, прекрасный живописец, отличный рисовальщик. То есть все,
что он делал, делал с огромной энергией, с огромным напором и с огромным каком-то, понимаете, таким, я бы сказал, счастьем творчества. То есть всюду, где он был, всюду, где он присутствовал, присутствовала доброжелательная энергия, которая увлекала за собой. Что можно сказать о художнике, который уходит на такую тяжелейшую ниву руководством уникального создания под названием Третьяковка? Можно сказать, что это самоубийца, который жертвует своим даром, делает все в ущерб тому, чтобы развивать его, с тем, чтобы то, что тебе даровано Господом Богом, стало единственным, что останется после тебя на этой земле. Юрий Константинович был потрясающим, мужественным человеком. Для него не было преград ни на самом высочайшем уровне в государстве, ни преград в виде тех рабочих, которые на протяжении последних лет его руководства Третьяковки делали что-то не так. Этот человек, который мог проходить километры и десятки километров по коридорам власти, для того, чтобы то здание, в котором мы сейчас его провожаем, было таким, а не иным. Что можно сказать о каждом музейном работнике, который здесь стоит, и о тех последних годах сердечных несчастий и зарубок на их сердцах, когда год назад родились проекты закона о музейном деле, против которых Юрий Константинович восстал, когда стали будироваться и дискутироваться вопросы о разделении нерасторжимых музейных коллекций, и он тоже противостоял этому, и это были очередные зарубки. Когда встали вопросы раздела музейных коллекций между так называемым «содружеством», все это, к несчастью, сказалось на его уходе, столь быстром из жизни. Кто-то еще держится, но кто-то вскоре уйдет за ним. Необычайное количество анонимок, общественных писем по поручению коллективов,
Организация в прессе массированной атаки на сердце этого человека унесли его раньше, чем это могло бы случиться. Но те, кто понимал ценность этого человека как художника, как руководителя Третьяковки, никогда не давали хода этим так называемым общественным мнениям. И прощаясь с Юрием Константиновичем, я хотел бы призвать всех вас, чтобы та неприязнь, та злоба, то страстное топтание каждого из нас друг другом ушли из наших сердец, и чтобы его смерть послужила нам несчастным уроком и возможностью на примирение, на компромисс друг с другом. Утрата невосполнима. Я думаю, что та ветвь Третьяковки, которая связана с именем Юрия Константиновича, бесспорно должна быть вечной. Готово сейчас все на 70%, 75-80%. Осталось чуть-чуть. И вот то, что сделано, может все погибнуть. Вот почему сейчас вопрос номер один. У нас уехали фирмы, у нас отсутствуют наши здешние строители. По существу просто все плюнули, что ли, на этот великолепнейший музей. Мы очень любим говорить о русской культуре, очень любим говорить о России. Мы все время говорим, мы русские и так далее, и вообще наша культура, мы должны ее понимать, поднимать. Вот культура. Вот здесь стоит настоящая культура. Это сделано огромным рядом поколений. Начиная с XI века здесь находится произведение. И вот можно легко говорить слово «культура», но оказывается делать, помочь, чтобы это осталось все людям, осталось как наша гордость, ради чего, собственно говоря, мы... Это то, что является нашим следом в мировой культуре.